Heavenly Father, right now, Отец Небесный, прямо сейчас we ask you to anoint your word. Мы просим Твоего помазания на это слово. Let there be a Holy Ghost release. Пусть будет движение Святого Духа. Of wisdom and revelation. Мудрости и откровения. Let it tremendously benefit and profit your people. Пусть это слово особенным образом поможет твоим детям. We turn this meeting right now over into the hands of the Holy Ghost. Мы обращаем все это служение прямо сейчас в руки Духа Святого. That he may move in any way he desires. Чтобы он мог действовать так, как ему угодно. We are only instruments in his mighty, mighty hands. Мы только являемся инструментом в его мощных руках. Thank you for the profound effect that this teaching will have on your people. Спасибо за это мощное движение и помощь, которая поможет твоим детям. Thank you for giving it to us through the Holy Ghost. Спасибо, что ты даешь нам это откровение через Святого Духа. Thank you for as many as will be listening to this teaching. И благослови всех, которые слышат это учение. Let them be supernaturally affected. Пусть на них сойдет сверхъестественное откровение. And all the praise and glory will go to you. И вся слава и честь будет дана тебе. In Jesus' mighty name. Во имя всемогущего Иисуса. Аминь. Now you might say, why are you able to teach on doing business supernaturally? Может быть, вы задумались, почему я могу учить о том, как делать бизнес сверхъестественным образом? Well, I have been privileged by the Lord. Почему я имею такую привилегию, как бы? To be given two profound revelations of His Word. Что, как бы, почему мне именно дано такое глубокое понимание Слова Божьего? In 2005. В 2005 году, when I was in the nation of India, когда я был в Индии, the Holy Ghost gave me a very, very profound encounter. Дух Святой дал мне очень необычную встречу с ним. Something powerful happened. Что-то мощное произошло. Something so profound. Что-то очень огромное. I was in India. Я был в Индии. I was teaching on the subject of faith. Я учил, преподавал о вере. I was in this church. Я был в одной церкви. And for the very first time in my life, и самый первый раз в моей жизни, I saw people sitting on mats on the floor. Я видел людей, которые сидели на полу. At this point in my life, и в тот момент в моей I had жизни, spent 19 years in full-time ministry. С того момента я провел 19 лет на полном служении. And in all that time, и в то время, I had never seen anybody sitting on mats in a church. Sorry, what did you say? I had never seen anyone sitting on mats on the floor in a church. Он, до того времени он никого не видел раньше, чтобы в церкви сидели на каких-то подстилках, на полу прям. But these people sat on mats on the floor. А эти люди сидели на каких-то ковриках на полу прямо And в церкви. I said to myself, I will teach them about faith. И я сказал самому себе, что я буду учить их, как верить. But something supernatural happened. Но что-то сверхъестественное произошло тогда. The Holy Ghost led me in a different way. Дух Святой повел меня в другом направлении. And I found myself teaching on the subject of prosperity. И я сам удивился, как я начал преподавать о том, что я не планировал, о процветании. And the Holy Ghost along the way gave me prophetic words. И Дух Святой дал мне тогда очень пророческое слово.
And I heard myself saying to these Indian people, я слышал сам себя, как я говорю этим людям из Индии, that God was going to raise up wealthy people in that church. Что Бог поднимет очень богатых людей в этой церкви. When I said that, когда я сказал это, the Holy Ghost, Дух Святой, came on me so powerfully. Сошел на меня очень с большой силой. I had never, ever, ever experienced anything like that before. Я никогда такого еще раньше не испытывал. So I knew that he was in what was happening. И я понял, что там начинало происходить. And he showed me two major things. Бог показал мне две очень важные вещи. He said, "Here you are in India." Бог сказал, ты здесь сейчас в Индии. And they asked you to come earlier. И они просили тебя прийти пораньше. But you were not able to go earlier. Но ты не мог прийти раньше. Because you didn't have the money to go. Потому что у тебя не было денег. You didn't have the money to buy the plane tickets. У тебя не было денег купить билеты на самолет. You didn't have the money to take care of yourself in India. У тебя не было денег, чтобы позаботиться о самом себе даже в Индии, то есть заплатить за все счета в Индии. And the Holy Ghost said to me. И Дух Святой сказал мне. He said, no matter how willing you were to go to India. Неважно, насколько ты хотел поехать в Индию. To minister my word to them. Чтобы послужить им словом. Without the money to go, you would not have been able to come. Без денег ты бы все равно не смог туда поехать. And the Holy Ghost showed me very clearly. И Дух Святой показал мне очень явно. That prosperity spreads the gospel. Что именно процветание распространяет Евангелие. Да, это так. And then he added. И тогда Бог добавил еще. That if his children. Что если его дети will not let him prosper them, если не позволят себя, чтобы Бог им не позволит Богу их благословить финансово, they will not be able to finance all he wants done. То они не будут способны финансировать всю его работу. So souls will be lost. И души людей будут потеряны. Some churches may not be planted. И некоторые церкви не будут открыты. Some crusades may not be held. Некоторые крусейды не будут организованы. Some missionary work will not be done. Некоторые миссионеры не смогут проводить свою работу. All because God's children. И все из-за того, что Божьи дети were not able to finance it. Не будут способны финансировать это. The second thing he showed me, и следующее, что Бог показал мне, was that there is an anointing, что есть помазание, to minister to the prosperity of his children. Служить именно в этом помазании и процветании. Or different kinds of anointing come from the Holy Ghost. От Духа Святого исходят разные помазания. There is a healing anointing. Есть помазание исцеления. But it is not only the healing anointing that comes from the Holy Ghost. Но это не только от Духа Святого исходит не только помазание исцеления. There is also another kind of anointing. Есть также много разных других типов помазания. And it is the anointing to minister to the prosperity of God's children. И есть помазание, которое именно служит детям Божьим процветанием. In 2 Chronicles and chapter 20, 2 Chronicles. Okay. Это вторая Паралипоменон 20:20. Okay. Mm-hmm. И стали они рано Хорошо. Утром. It says, believe in the Lord your God, so shall you be established. Верьте Господу, Богу вашему, и будете тверды,
Верьте пророкам его, и будет успех вам. Believe his prophets, so shall ye prosper. Верьте его пророкам, и вы будете процветать. So when you believe in the Lord your God, you shall be established. When you believe his prophets, you will prosper. Если вы верите пророкам его, вы будете процветать. Connecting the prophetic to prosperity. Здесь Бог соединяет пророчество с процветанием. So at times those who are called to the prophetic office, что в те времена люди, которые были призваны к пророчеству, they move in an anointing of the Holy Spirit. Они действовали в движении Святого Духа. To minister to the prosperity of God's children. Чтобы служить детям Божьим именно процветанием. So in India, the Lord gave me prophetic words. И в Индии мне Бог дал пророческое слово. And the Holy Ghost said through me. И Дух Святой сказал через меня. That God was going to raise up wealthy ones in that church. Что Бог поднимет очень богатых людей в этой церкви. Now this was not the first time the Holy Ghost had used me in this kind of anointing. И это было не первый раз Бог использовал меня в этом помазании. He had used me before in this kind of anointing. Бог использовал меня также раньше в таком помазании. But I did not know. Но я не знал. That it was an anointing to minister to the prosperity of his children. Что это было помазание служения процветания. So in India I discovered that. А в Индии я обнаружил это. And in these last days. И в эти последние дни. The Holy Ghost. Дух Святой. Will mightily release this anointing. Будет сильно высвобождать его помазание. To prosper his children. Чтобы дать процветание его детям. Because if they are not prospered. Потому что если они не процветают. They will not be able to finance all God wants done. То они не будут способны финансировать всю работу Божью. The Lord wants so much more done in these last days. Бог хочет так много сделать работы в это последнее время. And it is very, very important. И это очень-очень важно. That his children must be able to finance it. Чтобы дети Божьи могли финансировать эту работу. And this anointing will come on them. И это помазание сойдет на них. And prosper them. И даст им процветание. And God will raise wealthy ones among us. И Бог поднимет очень богатых среди нас. To help finance his work. Чтобы помочь финансировать его работу. Now in 2012. В 2012 году. The Holy Ghost. Дух Святой. He gave me another profound revelation. Дал мне еще другое очень глубокое откровение. It was on a Saturday like this. Это было тоже в субботу, как сейчас. It was on the 1st of December of 2012. Это было 1 декабря 2012 года. I was also teaching on the subject of faith. Я также преподавал о вере. In a church in the USA. В церкви США. When suddenly, as I was teaching, как вдруг, когда я учил, from the inside, изнутри, the Holy Ghost began to speak to me about the supernatural. Дух Святой начал говорить ко мне о сверхъестественном. And I saw things about the supernatural that I had not seen before. И я увидел откровение, получил о сверхъестественном, которых я не имел раньше. It centered around Adam. И это все было вокруг Адама. I saw that when God created Adam, я вдруг увидел, что когда Бог сотворил Адама, that God created Adam a supernatural man.
что Бог сотворил Адама быть сверхъестественным человеком. Adam was not created natural. Адам не был сотворен, чтобы быть натуральным человеком. He was created supernatural. Он был сотворен, чтобы быть сверхъестественным. In Genesis and chapter 1, в Бытие, первой главе, and the 26th verse, в 26 стихе, it says, God said, сказано, что Бог сказал, let us make man in our own image. Да, давай сотворим after our own likeness. Человека по образу и подобию своему. Now, those words, эти слова, image and likeness, образ и подобие, they imply, они относятся, that the man, что человек, that God was making, которого Бог творил, the man, человек, that God created, которого Бог сотворил, had to be supernatural. Должен был быть сверхъестественным. Because this man, потому что этот человек, he was made in the image and likeness of God. Был сотворен по образу и подобию Божьему. And God is supernatural. И Бог сверхъестественный. In Amos chapter 3 and verse 3, книга пророка Амоса, 3 глава, 3 стих, it says, how can two walk together unless they agree? Что пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? So if God did not make man supernatural, если Бог не сотворил Бога, если Бог не сотворил человека быть сверхъестественным, then how would the man agree with God? То как бы мог человек согласиться с Богом? Or how would the man be able to walk with God? Или же как человек мог бы быть способным ходить с Богом? In 1 Corinthians and chapter 2 and verse 14, 1 Коринфянам 2:14, it says the natural man, что говорится, душевный человек, does not receive the things of the Spirit of God. Не принимает того, что от Духа Божьего. For they are foolishness unto him. Потому что для него это безумие. Neither can he know them. И не может он даже разуметь этого. Because they are spiritually discerned. Потому что это, об этом нужно судить духовно. Now, what does that mean? Что это значит? First of all, в первую очередь, it says the natural man, здесь говорится о том, что душевный человек does not, не принимает, receive того, what comes from God, что приходит от Духа Божьего. So if the natural man, если душевный человек does not receive, не принимает того, what comes from God, что приходит от Духа Божьего, then how, то как, can the natural man, может душевный человек, walk with God, ходить с Богом? The natural man cannot walk with God. Душевный человек не может ходить с Богом. Because, потому что, he does not receive, он не может принимать, what comes from God. То, что приходит от Бога. In other words, другими словами, if Adam was made natural, если бы Бог сотворил Адама быть душевным, then Adam would not receive what came from God. Тогда Адам не был бы способен воспринимать то, что от Бога. But God and Adam walked together until Adam fell. Но Бог и Адам ходили вместе до падения Адама. And so Adam was made supernatural. И Адам был сотворен, чтобы быть сверхъестественным. Because this verse, 1 Corinthians 2:14, tells us, 1 Коринфянам 2:14 говорит нам, that natural men cannot walk with God.
что душевный человек не может ходить с Богом. And this is what the Holy Ghost showed me. И это то, что Дух Святой показал мне. On the 1st of December, 1 декабря 2012 года. I had never seen it this way before. Я никогда раньше не задумывался об этом. In most of my teachings, во многих моих учениях, I had always used this verse. Я часто использовал этот именно стих. To the extent that, до такой степени, I said, because the believer receives what comes from God, что я говорил, что верующие понимают то, что, принимают то, что приходит от Бога, that the believer is supernatural. Но верующий должен быть сверхъестественным. But the Holy Ghost enlarged this insight. Но это откровение Бог увеличил внутри меня. By showing me, показав мне, that natural men cannot walk with God. Что душевный человек не может ходить с Богом. So if natural men do not walk with God, если душевный человек не ходит с Богом, and they claim to walk with God, и говорит, что он ходит с Богом, then what are they walking with? То с кем он ходит, непонятно. And I saw, и я увидел, that Satan had given natural man a counterfeit. Я понял, что сатана дал душевному человеку как бы копию, фальшивую копию. You say, what was this counterfeit? Ты скажешь, а что это за фальшивая копия? It was religion. Это религия. Why was it religion? Почему это религия? Because religion claims to be walking with God. Потому что религия говорит, что они типа ходят с Богом. But religion does not receive what comes from the Holy Ghost. Но религия не принимает того, что приходит от Святого Духа. Religion does not believe in praying in the Holy Spirit. Религия не верит в молитву в Святом Духе. Religion does not encourage the gifts of the Holy Spirit. Религия не вдохновляет дары Святого Духа. Religion does not believe or encourage casting out devils. Религия не верит в изгнание бесов. Religion doesn't encourage, you know, healing the sick. Религия не верит в исцеление. So basically, religion does not receive what comes from the Holy Ghost. Так что религия, она не воспринимает то, что приходит от Святого Духа. Religion looks very much like Christianity, but it is not Christianity. Религия очень сильно похожа на христианство, но это не христианство. Because what is Christianity? Что есть христианство? Christianity is that which comes from the Holy Ghost. Христианство это то, что приходит от Святого Духа. So if we say we are Christians, если мы говорим, что мы христиане, then it means, то это значит, that we receive, что мы принимаем, what comes from the Holy Ghost. То, что приходит от Святого Духа. But the verse says, но этот стих говорит, that the natural man does not receive what comes from the Holy Ghost. Что душевный человек не воспринимает то, что приходит от Святого Духа. That it is foolishness unto the natural man. Что это глупость, безумие для душевного. Or the things of the spirit. Или что духовные вещи. They don't sound reasonable to the natural man. Они кажутся безумием для душевного человека. They are not logical. Они нелогичны. Or they don't make common sense. Или же они не создают никакого впечатления. So the natural man can hear the things of the spirit but not receive them. Душевный человек может слышать, но не может принять от Святого Духа. And this is what the Holy Ghost showed me. И вот это то, что мне показал Святой Дух. On the 1st of December 2012. 1 декабря 2012 года. I also saw. Я также видел. That when God made Adam. Что когда Бог сотворил Адама.
that God equally created the animals. То также Бог сотворил и животных. And God brought the animals to Adam. И что Бог привел животных к Адаму. And Adam named the animals. И Адам дал имена всем животным. Where did Adam get the ability to name all those animals? Откуда Адам получил способность давать имена животным? The Holy Ghost showed me. Дух Святой показал мне. That Adam walked in supernatural abilities. Что Адам ходил в сверхъестественных способностях. Adam was not limited to his intelligence. Адам не был ограничен своим умом. Adam had an intelligence. У Адама был разум. But Adam did not just walk by his intelligence. Но Адам не жил только своим разумом. Adam walked by supernatural abilities. Что Адам, он жил по сверхъестественным способностям. Adam's spirit was alive. Дух Адама был живой. So Adam walked in the supernatural. Адам ходил в сверхъестественном. But when Adam fell, но когда Адам упал, something happened. Что-то произошло. And Adam got cut off from the supernatural. И Адам был отрезан от сверхъестественного. So he fell from the supernatural level. И он упал с этого сверхъестественного уровня. To the natural level. На душевный уровень. He could no longer walk supernaturally. Он уже не мог быть духовным, сверхъестественным. And the first thing God tells him. И первое, что Бог говорит ему. After his fall, после его падения, in Genesis and chapter 3 and the 19th verse, Бытие 3:19, God tells Adam, Бог говорит Адаму, that by the sweat of his face he will eat bread. Что в поте лица он будет добывать хлеб свой. He said the ground will no longer yield unto Adam. И что земля также будет превратиться в терния для него. That thorns and thistles will come from the ground. Что будут окружать там в земле и эти сорняки и тернии. It was not that way before. Но так не было во время его создания. Initially, Adam was given dominion. Вначале Адаму было дано управление. But when he fell, но когда он упал, God was saying, Adam, you will no longer walk in dominion. Бог сказал, ты больше не будешь управлять. You will now eat by the sweat of your face. Теперь ты будешь добывать пищу через свой пот. Your life will now become a struggle. Или твоя жизнь станет борьбой. Your life will now be a frustration. Теперь твоя жизнь станет разочарованием. Your life will be hard. И твоя жизнь будет тяжелая. Your life will be difficult. Твоя жизнь будет ужасно трудная. Your life will be a stress. Твоя жизнь превратится в стресс. Your life will be fearful. Твоя жизнь будет наполнена страхом. Your life will be an anxiety. Твоя жизнь будет переживанием. Your life will be without peace. Твоя жизнь будет без мира. Your life will be a weakness. Твоя жизнь превратится в слабость. Your life will no longer be a harmony. Твоя жизнь больше не будет гармонии. And that's the way it will be all the days of your life. И так будет до конца дней твоих. That was not what God initially wanted for man. И это с самого начала Бог не планировал, чтобы так произошло. The Holy Ghost showed me further. И Дух Святой показал мне дальше. That when we came on the scene, когда мы появились на горизонте, and we looked at man, и посмотрели на человека, we called man normal. Мы назвали человека нормальным. But God called the man dysfunctional.
Но Бог назвал человека нефункционирующим. The way man became, потому что то, во что человек превратился, was not the way God created the man to function and walk. Был совершенно не то, для чего Бог создал человека. Man's intelligence, разум человека, began to control and direct the man. Стал управлять человеком и направлять его жизнь. But that was not the way God designed the man to walk. Но это был совершенно не тот дизайн, который Бог создал сначала. God designed the man to walk. Бог запланировал человека, led by his spirit, чтобы он руководствовался Духом Святым, not directed by his head. Но не был бы Вадим своим разумом. And that's why we have problems in the earth today. И поэтому мы имеем все эти проблемы на земле сегодня. Because no matter how intelligent a man may be, потому что независимо от того, насколько человек умный, man was not designed to walk by his intelligence. Человек не был запланирован Богом, чтобы он жил по своему разуму. Because man's intelligence is limited. Потому что человеческий разум ограничен. Man's intelligence is limited in knowledge. Человеческий разум ограничен в знаниях. It is limited in wisdom. И он ограничен также в мудрости. It is limited in understanding. Ограничен в понимании. It is limited in knowing what will happen in the future. Ограничен в знаниях о будущем. And so no matter what man does, независимо от того, что человек делает, from his intelligence, от своего разума, it never really solves problems. Это никогда не решит проблемы. That was not the way God designed man to walk. Это не был план Божий, как человек жил бы на этой земле. In Proverbs and chapter 3, в притчах 3 главе, and the 5th verse, в 5 стихе, it says, trust in the Lord, сказано, доверяй Богу, with all your heart, всем своим сердцем, and lean not unto your own understanding, и не полагайся на свой разум. But man has done it the other way round. Но человек сделал именно наоборот. Man has trusted. Человек доверился. In his own understanding. Доверяется только своему разуму. His own understanding is his intelligence. Его собственное понимание — это его разум. And God says not to trust in our own understanding. А Бог сказал, не доверяй своему разуму. That is the way the natural man walks. И это душевный человек так руководствуется. The natural man depends on his intelligence. Душевный человек зависит от своего разума. But the supernatural man, но сверхъестественный человек, depends on the leading of the Holy Spirit. Зависит от вождения Святым Духом. And that's how God wants us to walk. И именно так Бог хочет, чтобы мы ходили. Being led by the Spirit of God. Чтобы мы были водимы Духом Святым. In Romans and chapter 8, Римлянам 8 глава, and the 14th verse, 14 стих, it says, as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ибо все водимые Духом Божиим есть сыны Божьи. Notice. Заметьте. He says, sons of God, сыны Божьи, он говорит, are led, и водимые, they are directed, они направляются, they are guided, они управляются, or they follow the Holy Ghost. И также следуют за Святым Духом. It was the same thing that took place in the life of the Lord Jesus Christ. И точно то же мы видим, что произошло в жизни Иисуса Христа. In Acts and chapter 1, в Деяниях апостолов 1 глава, and the second verse,
Второй стих. He says Jesus through the Holy Ghost. Что здесь сказано, что Иисус через Святого Духа gave commandments unto his disciples. Дал заповеди своим ученикам. He was Holy Ghost led. Он был водимый Святым Духом. He was not intelligence directed. He was not intelligence guided, but he was Holy Ghost directed and guided. Он не зависел от своего разума, он не направлялся своим разумом. Because он был руководим Святым Духом. He also came as a supernatural man. Потому что Иисус пришел тоже как сверхъестественный человек. And this is just the part one of this teaching. И это только первая часть этого учения. We will go on later to part two. Мы перейдем на вторую часть позже. And so stay tuned. Оставайтесь с нами. As we come to the part two. Мы сейчас перейдем на вторую часть. Of this teaching. Этого учения. On how to do business supernaturally. Как вести бизнес сверхъестественно. Amen. Аминь.